Здравствуйте, тысячи мексиканцев и индейцев стали свидетелями необычного явления на небе. Напомним, по сообщениям в СМИ, тысячи мексиканцев и индейцев стали свидетелями внезапно появившегося в небе неопознанного летающего объекта, от которого будто отделяется огромный шаттл. Затем вблизи НЛО можно было наблюдать больше десятка сферических объектов. Уфологи заявляют, мексиканцы действительно наблюдали за инопланетной активностью. Возможно, планета Нибиру уже сейчас находится в непосредственной близости от Земли. И еще немного, и планета рептилоидов начнет провоцировать гравитационные интерференции с земным тяготением. Это очень опасно, так как в итоге на Земле могут начаться многочисленные катаклизмы, землетрясения, наводнения, цунами и так далее, рассказывают эксперты. Если Земле угрожает столь колоссальная опасность, то почему же тогда молчат правительства ведущих держав? Просто потому, что не хотят сеять панику. Эксперты уверены, что в США, Китае и России знают о приближении планеты Нибиру и готовят целый комплекс мер для предотвращения глобальной катастрофы. Будем надеяться, что запланированные меры окажутся действенными. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.